Уважаемые зрители, начинается матч чемпионата мира по гандболу среди девушек не старше 20 лет. Dear ladies and gentlemen, welcome to International Handball Federation Women's Junior World Championship U20. Флаг Международной Федерации Гандбола. Welcome to the flag of International Handball Federation. Welcome to the team of Hungary. Встречаем сборную команду Анголы. Welcome to the team of Angola. Состава играющих команд. Сборная команды Анголы. Presentation of team of Angola. Number one, номер один, Амината Канка. Номер два, number two, Амелия Калуйомба. Номер три, number three, Клаудета Жозе. Номер четыре, number four, Александра Шака. Номер пять, number five, Неуза Маленде. Номер семь, number seven, Джоанна да Коста. Номер восемь, number N, Эй, Марилия Кизелет. Номер девять, number nine, Мануэла Паулина. Номер десять, number ten, Александра Шуну. Номер одиннадцать, number 11, Далва Переш. Номер двенадцать, number 12, Эстефания Бинансо. Номер 13, number 13, Вилма Ненканта. Номер 15, number 15, Наталья Камаландуа. Номер 16, number 16, Суэли Симао. Номер 20, number 20, Анна Оливейра. Официальные лица команды. Official A, Эдгар Нет. Official B, Льюис Шафс. Official C, Grasa Monteiro. Official D, Мария Матеос. Представляем сборную команду Венгрии. Presentation of team of Hungary. Номер один, number one, Алекса Венингер. Номер пять, number five, Консуэла Хамори. Номер шесть, number six, Жанет Пинтер. Номер 11, number 11, Пружина Ференси. Номер 12, number 12, Китти Миштина. Номер 14, number 14, Панни Герхат. Номер 21, number 21, Пружина Боути. Номер 28, number 28, Беатрикс Эло. Номер 40, number 40, Урсоля Монори. Номер 48, number 48, Доротя Холувеги. Номер 55, number 55, Нора Герио. Номер 57, number 57, Сидония Пухалак. Номер 61, number 61, Лаура Сабо. Номер 77, number 77, Панна Гендели. Номер 96, number 96, Габриэла Тот. Номер 99, number 99, Флора Катона.
Официальные лица команды. Official B. Силар Киш. Official C. Георгио Пап. Official D. Ференс Чен. Official E. Роберт Делинар. Матч судят. Referees of the match. Андриана Коша и Даниэль Мигальянс from Brazil. Технические делегаты матча. IHF Technical Delegate. Бау Мирослав from Poland. And Мосен Карбас from Iran. Официальный представитель Международной Федерации Гандбола. IHF Official. Феликс Рац from Switzerland. Исполняются национальные гимны. Прошу всех встать. Please stand up for the national anthems. National anthem from team of Angola.
Гол, гол, добрый игрок сборной Анголы. Dear ladies and gentlemen, welcome to the IHF president, Dr. Hassan Mustafa. Дорогие зрители, на матче присутствует президент Международной федерации гандбола доктор Хасан Мустафа. Мяч запросил игрок сборной Венгрии. Гол Хангрии, номер 61, Лаура Сабо, номер 61. Thank you.
Князь забросил игрок сборной Анголы. Гол Ангола номер 7. Джоанна Капоста номер 7. Number 7 Metro School. Thank you.
Goa, number 7, Joana da Costa, number 7. Thank you.
Angola 7 на кросс-роу. Number 13, Вильман Энканта, номер 13. Александра Шуна, номер 10. Командный тайм-аут дела сборной Анголы. Number 77, Panna Gintel, number 77.
забросил игрок сборной Анголы. Гол Ангола номер 7, Джоанна да Коста номер 7. Тайм-аут за команду Венгрии. Командный тайм-аут за сборную Венгрии.
коллектив Наталья Камаландова, номер 15. Закончилась первая половина между командами Анголы и Венгрии со счетом 12-15. Впереди команда сборной Венгрии. First half is over. Hungary is leading for 3 goals.
Pangroy 7 medals row. Метровый штрафной бросок реализовал игрок сборной Венгрии. Гол Венгрии, номер 61, номер 61, Лаура Сабо. Thank you.
сборной Венгрии. Гол Хангарии номер 99, Флора Капова номер 99. Забросил игру в сборной Анголы. Гол Ангола номер 11. Далла Перриш номер 11. Thank you.
Антона, номер 99. Давай,
вопросом была сборная Анголы. Гол Ангола. Number 2. Фамилия Колумба. Номер 2.
As the Brazil goes for Angola. Goal Angola number 15. Natalia Comalandoa number 15. Thank you.
Thank you.
Пола номер 9. Мануэла Паулино номер 9. Закончилась встреча между сборными командами Анголы и Венгрии со счетом 22-33. Победу одержала сборная Венгрии. The match is over. The final result is 22-33. Анголы выиграли. Уважаемые зрители, следующий матч состоится в 18:00, где встретятся сборные Норвегии и Германии. Dear ladies and gentlemen, next match will start at 6 p.m. Norway against Denmark.